После традиционной линейки выпускников последние школьные вечера для виновников торжеств продолжились непосредственно в образовательных учреждениях. Простились со школьной жизнью и детством выпускники второй школы. Еще вчерашние ученики, а сегодня совсем взрослые девушки в вечерних платьях и парни в строгих костюмах. В этом году курс среднего образования во второй школе закончили 43 выпускника. Для них напутственные слова директора школы Татьяны Подлужной. Дорогие наши выпускники, действительно, это счастье, что в мирной стране, под мирным небом, мы сегодня проводим церемонию вручения тех документов, которые откроют вам дорогу в широкую самостоятельную жизнь. Конечно, нужно сказать, вместе с вами, дорогие наши выпускники, сделано очень многое. Мы с вами провели интересную поисковую исследовательскую работу и на здании школы, которое является памятником регионального значения, открыты новые мемориальные доски. И вам огромное за это спасибо, потому что мы с вами продолжаем те начала, которые были заложены еще в далеком 1913 году и гимназистками, и, конечно, коллегами. Безусловно, очень высокие результаты не могут нас не радовать и в учебе, потому что, конечно, знания – это тот кладезь, тот багаж, который вам не просто пригодится, а вам сегодня он необходим. Гордость каждого учебного заведения – это, конечно же, отличники. Во второй школе аттестаты красного цвета получили 5 выпускников. Для них это первая большая награда за успехи, к которым вместе с детьми шли их наставники и родители. Поэтому и нелегко расставаться с воспитанниками, учителям, ведь каждый из них заслужил похвальных слов, в чем-то допроявил себя. Уходящие во взрослую жизнь – это победители спортивных турниров и соревнований, призеры районных олимпиад, конкурсов, да и просто активисты школьной жизни. Определились выпускники с выбором будущей профессии. Третья часть из них во второй школе юноши будут поступать в военное училище. Дим, хочется сказать, это вот мнение, наверное, всех. Вот оставайся таким, какой ты есть. Скромный, порядочный, очень ответственный, дисциплинированный. Это такие качества, которые сегодня очень важны. И кем бы ты ни был, а ты будешь военным, наверное, да? Да, будешь военным обязательно. Все получится у тебя. Хотелось пожелать удачи. Конечно, хотел сказать огромное спасибо. Сколько раз, действительно, вот уже в 11 классе под его руководством мы побеждали на всех военно-спортивных мероприятиях. Спасибо. Почетные грамоты за воспитание детей вручили родителям. В свою очередь, слова благодарности и добрые пожелания учителям прозвучали от выпускников. Наставники также напутствовали воспитанников на взрослую жизнь. После вручения аттестатов и поздравительных речей выпускной вечер продолжился театрализованным представлением в форме съемок фильма, где в роли актеров выступили сами выпускники. В сценарии действия было место и для песен, и для танцев, и для диалогов. Завершающим аккордом выпускного вечера стал последний школьный вальс. Один из этапов образовательного пути для этих ребят завершился. Теперь каждый из них пойдет по своей дороге профессионального обучения со своим приобретенным багажом знаний и умений. И вступая в пору юности, все они надеются и верят только в лучшее. Ну а в свой второй дом теперь будут приходить как гости.